15-летняя девочка ранена в поселке Голубовское на неподконтрольной территории Луганщины, сообщают в соцсетях. У подростка травма глаза. Также интернет-пользователи пишут, что из-за обстрелов в Макеевке, Горловке и Донецке повреждены около десятка домов. Неспокойно практически по всей линии соприкосновения. В штабе АТО сообщают об обстрелах из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП. В районе Каменки и шахты Бутовка огонь вели из артиллерии крупного калибра.